Ловите спект, с вами Team Pect, это God of War на ПК. Так, ну тут немножко твой батя поразвлекался. Я не знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Так, секундочку, я хочу кое-что... Вот этот мне не надо. Этот давай. Это включить, ну, пожалуйста. Все, я не хочу, чтобы они мне что-то болтали, а я не слышал. Не оставляй меня одного, ладно? Ладно. Так, что нужно сделать с тобой? Ну, садись на меня там, не знаю. Что ты хочешь? И... Что ты от меня хочешь? Отхей! Ну, я тут ничего не могу сделать. Миста! Миста? А чем здесь Джорджа? Ну залезь ты на меня, сын! Ты дивизию, пошли! Ты глупый или что? Ну туда нам не надо. Что ты хочешь? Нам сюда надо. Хочу и... И что ты тупил все это время? Ну, идиот. Иди сюда. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они и пища. Браугры, они и так уже мертвы. Но люди... Они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. Сказать честно, я думал, скажет за хуй рот. Ну ладно. И это было тут всегда? Так. Во-первых, что это? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Подожди. Хорошая идея. Знаю. Пацан, полезли. Оп. Так, ну ты тоже туда иди, давай. Или ты сюда идешь? Есть! Место! Сын. Да. Ага, понял. Полезли. Там висит ведро. Вольное для приношений. Мама говорила, кто сундук поклоняется Одину, кладет в ведро приношений и вешает помощь на корову. Но старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Так. Я хочу спрыгнуть отсюда, можно, нет? Ну ладно. Мне нужно взять оттуда кое-что. Стоп! А как же ты переберешься? Подожди. А куда нам надо, я чуть не понял. А, вот, все, понял. Тогда это возвращаем. Я думаю, это нужно только для Атхея будет. Ну ладно, нет. Ай. Кинул и погнал. Так, мелкий, ты тут? Прыжок и вон туда, да? Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А.
Так, дай-ка скину сразу. Куда? Нам сюда. Ух ты ж! Что вы с Хатсу наделали? Раньше весь наш лес защищала полоса деревьев. Но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Так, пошли. Я не это делал, ладно. Он идет? Он идет. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Здравствуйте. Я что-то новое помню. Одним браугром меньше. Готово. Еще тут? Чуть так обидеть немножко. Хе-хей. Так, все. Подожди. Ну вот все. Или еще кто-то есть? Это я знаю. Знаю я. А. Это ты я не знал. Оу. Прикольно. Вот стреляющий, это, конечно, плохо. Добил. Эй, как классно! Так, все, тебя почти убил. Тесни! Тихо. Стреляй. Блин, Анхэв, что ты сам не стреляешь? Серьезно, не всегда удобно нажимать несколько кнопок. Сам, по-моему, ничего не делает. Есть. Он будет стрелять, самое интересное, или нет? Или все-таки тебе нужно приказывать? Нет, он ничего не делает сам. Понял. На, вот иди сюда. Вставай. Что-то есть? Если есть, то скажи. Ну как, я помог? Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Смотри. Смотри. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала.
Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Так, мне сюда, да? Подожди, если мне сюда, то я там кое-что упустил. Мелкий. Побудь тут. Отвали, пожалуйста. Я хочу кое-что глянуть. Что-то еще? Стреляй медленней, за скорость платишь меткостью. Понял. Значит, туда мне нужно по квесту, а вот сюда... Зачем-то интересно. А, ну ладно, отхилюсь. Я ожидал чего-то большего. Сундучка, например. Ладно, окей, идем сюда наверх. Так, все, погнали дальше. Никого нету? Так, это серебро. Это хил. А вот и сундук. Это новое, кстати. И что у нас тут? Касание Хель. Слабая руническая атака, невероятно быстрый выброс энергии, отбрасывающий всех соседних врагов и прерывающих действия. Так. Продолжить. Рунические атаки, что-то... Ага. Понял. Можно улучшить с помощью XP. Чего-нибудь... Ага, поставил. Здесь вы можете выбрать любой из имеющихся камней сильных... Ага, а это что такое? Ага. Щит. То есть я могу выбрать... Ага, какие есть? Щит стража. Так. Вот это прикольно выглядит. Эльфийский... Ух. Вот необычный, да, значит? Вот это офигенно выглядит. Так, лук. Что у тебя тут? Ничего нету, да? Тут тоже ничего нету. Окей, броня. Че по броне? Они отличаются... А, сила и защита. Он надели броню с гнездом для чар. Ставить чары можно только в свободное гнездо экипированной брони. Ага. Чтобы выбрать гнездо на этой броне, нажмите Эш. Эш. Ага. Понял. Так. У тебя тут есть что-то? Нет, окей. Да сразу поменяем все. Тут это... Окей. Атрей, у тебя туника обета смерти. Хорошо. Погоди-ка. А, не та кнопка. Ай. Ай. Тут она тоже... Не, здесь она никак получается не отличается. Да, она не отличается. Навыки, вот. Я могу что-то сделать. Удар палача. Так, это что? Удерживайте, чтобы провести атаку топором и многократно поражающие блокирующие врагов. Спартанская ярость. Так, окей. Ну, а это что он может делать? Вот это вот мне, пожалуй, надо даже. Так, давай это возьму. Потому что он, значит, сам ничего не делает, мне это не нравится. Это мне куплено, значит. На это пока не хватает опыта. Ну, окей. Удержите Q, а затем... Ага. Так, ну это я знаю, ну... А.
Удерживай Q. А, вот так. Как ты это сделал? Да я бы сам бы понял, как это сделал. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Ты в этом уверен? Видишь? Сейчас шлепнется! Сказал же! Тот Рей! Помоги, отец! Держись! Подожди! Скорей! Я сорвусь! Кинь его топор, и пусть он потянет его! Кратос, не тупи! Кинь его топор, пусть потянется! Ладно, ну можно так. А куда мы упали? Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Да, я согласен. Прости. Мне тут не нравится. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? Не подходи. Ты... Совсем мертвы? Не подходи, пожалуйста. Сын. Ну сейчас... Живые, живые! Да ты идиот! Окей. Помни, меткость важнее скорости. Помни, мозг важнее для тебя. Ты что тупой, боже. Отрей. Тогда к тебе вызову. А, секунду, хочу. О. Может утонуть? Вот надо в него пульнуть. Свали. А, ну давай утону. Хе-хей. На. На. А, все? Ну и ладно. Сколько тебя можно бить-то? Сбил. Так, это мертвецы? Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Так, а вот какие-то тут надписи. Это что? Что за надписи? Эй, ты же читать умеешь. Подойди, что это такое? Посмотри. Подойти об этом же, что это? Вот, переведи. Читай. Мне, пожалуйста. Тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Что за звук? Наверху! Кто-то ломится сюда! Глаза Одина. 1 из 51. Что происходит? Кто-то ломает стену! Где? Ты что за чучело? Вот, ну наконец-то он стал бить сам. Наконец-то Хай стал бить, помогать мне. Серьезно, это очень мне не хватало. Спасибо, Хай. Отец, помоги! Сколько тут? Дай-ка мелких убью сначала. Где мой топор? Почему я всегда пытаюсь уклониться на конхол? Мне неудобно то, что я всегда уклоняюсь на конхол или что-то делал. Мне неудобно уклоняться на пробил. Отпали. Он запустил. А? Да я же тебя почти убил. Место.
Да ты бесишь. Дайте хп. Спасибо. Куда идти? Эй. Почему ты не устал? Дайте мелки. Куда мне идти? А, вижу. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Может, не надо. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Что? Что за... Стреляй! Прости, я не готов! Бей ее! Прости, не могу! Да ничего, нормально. Вижу я. Что тут такое? Это была настоящая вельва. Никогда не думал, что увижу. Вельф? Так, навыки, да? А, так, это что? Ну, давай вот это. Чё бы нет? Так, что у тебя еще можно? Удушающая рога. Можешь поменять серию приемов и сохраниться от бросить. Это... А. Это пока неизвестно. Это оглушающие атаки, когда враги близко. Ладно. Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Наверху! Да подожди, нет, надо подняться делать? Обратно. Ну как? Иди за мной. Куда? А, сундук, секунду. Так, ладно, думаю, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.